В преддверии юбилейных для Бреста дат руководство городского исполнительного комитета организовало выставку-конкурс «Лучшие сувениры города Бреста», к участию в которой пригласили ремесленников и индивидуальных предпринимателей, выпускающих сувенирную продукцию, а также ее активных реализаторов, представителей ведущих государственных торговых объектов. Работы самых разных мастеров и самых разных техник можно было увидеть здесь. Плетеные соломенные куклы и изделия из бисера, юбилейные майки и кружки с эмблемами города над Бугом, мягкие игрушки и знаменитые белорусские плетеные корзинки. Такая корзинка белорусская плетется только в основном в Беларуси. Ни в Прибалтике, ни на Украине, ни в России, ни в Польше. В магазинах и на рынках редко встретишь такие вот изделия, именно корзиночку белорусскую. Популярные кружки. Так это мелкая продукция, ее можно купить и использовать в быту. Но все же кружки, которые я продаю, я позиционирую как сувениры. То бишь это... Взял, купил, поставил на сервантик, и если гости пришли, взял кружку, показал, где был. Выставка-конкурс «Лучшие сувениры города Бреста» – это место встречи интересов представителей городской вертикали, реализаторов сувенирной продукции и, конечно же, самих творческих производителей. Все заинтересованные стороны могли проконсультироваться у специалистов, ближе познакомиться с ассортиментом предлагаемых товаров и услуг и наладить партнерские отношения. Ведь многие представленные идеи имеют право на жизнь. В этом уверены как организаторы выставки-конкурса, так и ее участники. Я был искренне удивлен теми талантами, которые вот кто представил здесь свою продукцию. Ну, я надеюсь, что конкурс выявит лучших. Мы, конечно, всем, кто принял участие в этой ярмарке, поможем с реализацией продукции, потому что самое главное – это реализовать продукцию, чтобы она пользовалась и спросом, ну и удовлетворила потребителей. Этот интерес его еще надо формировать и культивировать. Это не так сразу он будет, этот интерес, не так сразу пойдет эта мода. Ну вот. Ну и надо оказаться в нужное время, в нужном месте, еще чтобы был спрос. То есть, если где-то, например, будет соответствующее там гуляние, будет эта тема такая, то люди будут брать. Оно может где-то будет и просто даже ажиотажный спрос может быть. Кроме того, в рамках выставки конкурса прошло заседание Координационного совета по туризму, на котором присутствовали все участники и организаторы мероприятия. Состоялся открытый диалог между представителями городской вертикали, ремесленниками и индивидуальными предпринимателями, во время которого стороны обменялись мнениями по волнующим вопросам. В частности, на повестке дня проблема массовой реализации сувенирной продукции, например, в выходные дни. Это поможет не только развивать культурную составляющую туризма, но и внесет значительный вклад в экономику региона. Быть может, уже в скором времени в областном центре Полесья появится своеобразный город мастеров.